Краткое содержание предыдущей серии. А Ласточкин, будучи без команды и чувствуя безнаказанность, не встает на четырех командах. Яма не встает на команде ткача. В итоге все команды, кроме команды Баклана, попадают в баттл, в финале которого голос ткача решает судьбу команды Дорофеевой в пользу команды Поляковой. Всем привет! Это Лига Смеха. И как вы догадались, сегодня мы снимаем сериал. Второй шестерке команд этого этапа сезона предстоит снять свой оригинальный сезон известного сериала, упаковав его в формат полотна. Игра в тему – сложный этап как для команд, так и для тренеров. Сюжет игры обещает быть не менее интригующим, чем любой из сериалов, доставшихся тандемам в качестве персональной подтемы. И таких сериалов, как и команд, будет 6. Николь Кидман, Сумы и Надя Дорофеева – карточный домик. Винницкий и Оля Полякова – Игра престолов. Ветераны космических войск – Киев, Остер, Прилуки и Юрий Ткач – Доктор Хаус. Гостиница 72, Сумы и Влад Яма – секретные материалы. Луганская сборная и Евгений Кошевой – Санта-Барбара. Пошло-поехало! Николаев Тернополь и Игорь Ласточкин Шерлок. Добро пожаловать на Лигу Смеха!